К Новому году от Red Fox мы хотели бы презентовать новый альбомчик, но это будут песни не авторские, которые будут специально для нас написаны, а у нас есть такая небольшая идейка выпустить альбом ретро-хитов, то есть хиты, начиная от 30-х, где-то до 70-х годов, которые пела в свое время Майя Кристалинская, и Анна Герман, и Ружена Сикора. Сейчас даже вот никто не поднимает этот репертуар, его знают, наверное, только более старшее поколение. Но я лично ретро очень люблю, поэтому полностью как бы сейчас в работе над этим альбомом. И, соответственно, с этими же песнями мы будем уже выступать в новогодней программе, вот весь декабрь. Собственно, уже вот начиная с декабря. Аранжировка Фурокова? Аранжировки все авторские, конечно, да, то есть специально придуманные. Аранжировки будет делать Кирилл Квердун, наш постоянный аранжировщик. Вот, ну, думаю, что будет интересно вам послушать. Так, ну,